Телефон, это все очень плавно, интересно, красиво и четко, и выглядит это вот такая вот штукенция. Такой джойстик, сюда крепится, она начинает сама. Здесь тренога еще можно поставить. Очень забавная штука, курки там, все дела. Поэтому, чтобы вы в курсе были, это для хороших, насыщенных, интересных кино. Быстренько делаем, быстренько горку, быстренько мостики и все. Сегодня для кого-то 3 часа бодрые, для кого-то 2,5 часа. Помните, да, за кем родители приходят или у кого родители в курсе? Можно до 9. Если вдруг кого родители не разрешают, до 9 не можно. То есть все по плану. Кто взрослый уже, кто сам себе может разрешить, ну, сами подумайте, кто вытянет, это хорошо. Что вы как, ребята, у кого-то по чесноку, у кого надо что поправить? Потому что, опять, смотрите, какая интересная вещь. Вы не сможете заниматься, вообще личного времени не будет, если родители будут недовольны учебой, поведением, домашними делами. То есть, если у вас есть какие-то темы, которые надо поправить, и это вашим знанием не решается, а решается, например, что надо с кем-то поговорить, договориться, попробовать, то оставляйте данные, мы будем стараться как-то исправить по вашему учебу. Например, надо подтянуть там, не знаю, труды, пилить, да, не умеют, кто-нибудь, или там чего-то точить не умеете, или математику, цифры не знаете. Мы обращаемся, думаем, как к директору школы, к учителям, чтобы как... Кого? Лапки. А, что, стойки? Сейчас, погодите, я выражу, сейчас, Дима, погодите, секундочку, разомну. Парни, поехали, 100 раз горка впадина. Для всех, четко, красиво, сегодня будет большой акцент делаться. У тебя как, это, 100 раз вытянешь? Нормально? Ну, я так поделал, сейчас еще поделал. Сегодня будет это? Я просто сегодня долго, 17-20, ой, 15-20 уже надо лежать, дочку забирать, да. А что, так почему? Да, а, все, тоже... понял, да, забирать дочь, да. Забрать некому. Все, понял. Ну а что, а где, забирай, приезжай сюда, приходи сюда. Там тоже взяла, потом... Все, я понял, лады. Там второй ждет. Понял. Ой, маленький? Год и 3 раз. Давай, ладно, так как тебе это надо ускориться, выбирай, какие тебе нужны. Какие тебе круглые, потяжелее класс. Вот эти чапки круглые, которые они будут закатываться, завариваться. А еще наверху можно их убирать. Еще наверх сейчас. Держи пока вот эти рамки. Давай сюда, ребят, будет заниматься. Пока расставь, нет, знаешь как, расставь где-нибудь здесь, чтобы там никому не мешать, надо, у тебя будут они, да. Если что, вот, возьми вот, можно вот так, они сейчас, смотри, перевариваются, вот это и вот так, то есть вообще офигенно. Вот так вот. И то есть нет решаемых вопросов, если вдруг с учебой у кого-то возникла какая-то трудность, проблема, вы сообщайте, будем продумывать. Как что изменить? Потому что кто-то заточен, например, на науке. Артем, что такое? Болит все. Плечи особенно. Не отдохнул, наверное. Ну, перед тренингом? Да. Вчера? Да. Нет, позавчера. И позавчера. Я был каждый день перед тренингом. Да. А кого что еще болит? Кто потом уговорит, да? Ноги болят. Плечи, ноги болят, да? Плечи, ноги, самокаты, все болит. А, ладно, на спину легли. Легли на спину. Артем, ложитесь на спинку. А, смотрите, вам сейчас надо будет подъем одновременно касание руками, ногами 50 раз. Да. Нормально же, так ничего не болит? Ну, лучше же, правильно. Никак нет, почему? Руки болят, ноги болят, надо убрать руки и ноги, чтобы не болели, делать живот. Дима, прямыми ножками. Сейчас я быстро запишу. Давайте полтинчик.
прям в темпе. Семен, старайся плечики отрывать тоже от пола, прям плечи поднимать, надо тянуться к ножкам вверх, надо ручками тянуться. Посмотри, как ребята делают. Прям. Диман, Диман, я достану, не лази там. Не лази, нет, конечно, я достану. Я что, смотри, там ковыряешься. Ты стойка, я ждал тебя стойки. Вот выбери из тех, которые пока дал. Или те какие-то специальные, те особенные? Да, там они наверху лежат, мне понравятся. А что, зачем они отличаются? Расскажи, пожалуйста, их особенности. Не знаю. Просто понравились? Да. Просто они заряжены, да, энергией, да, какой-то? Да. Сейчас я достану. Просто почему? Чтобы на тебя ничего не упало, чтобы потом супруге не сказал, блин, пришел в зал, на меня вывалили. Лапки на меня упали. Он говорит, какой, родной, ты что, какие лапки? Да вот упали, парни сказали, там в шкафу я полез, они упали. Здесь просто батя Дамира завис, и деревяшка его не выдержал, ударил ему по голове, теперь у него шрам над бровью. Какая? Конус, конус. Вот это вот, видишь, они действительно деревянные. Один просто оторвался. Вот эти вот? Да. Полностью мы подвесим, а шрам на всю жизнь. Конечно, он мужчина прощает. Есть даже люди, кто специально себя шрамирует. Ну, опять, супруга ты или мама, или что-нибудь, что сказать-то? Сделали? Откуда стойки? Тебе Диман не сказал, откуда стойки? Диман, ты что не сказал? Говорят, сядь это... прямо, Димарик. Что ты им расскажи, что я тебя просил сказать про стойки? Стойки новые. Стойки новые, а кто их завез? Откуда? Денис Владимирович их сделал. Из дуба. Дубовые. Ладно, хорошо, давайте доделайте каждый себе по стоечке по одной. Будет 10 комплектов на всех. На 10 человек у нас будет. Пока по одной берите, потому что на всех не хватит по две. По одной, пожалуйста, разберите. Тебе можно две, Диман. Тебе можно две, да. Так как тебе за сыном ехать, тебе можно две. У тебя... За дочерью, все, тем более отдельно. По одной хватило хотя бы? Так, все. А, высокие есть. Высокие есть. Кто-то возьмите высокие, пожалуйста. И вот еще смотрите, высокие. Держи. Кому высокие не нравятся, берите вот эти парни, смотрите, какие крутые. Всем хватило? Всем хватило? Бери. Все, благодарю, что у вас больше. Парни, всем по... Миш, смотрите. Сейчас... Вот, да, молодец, Дима, только чуть по-другому. Сейчас задача, пожалуйста. Стоечки. Все, мы взял, да? С тебя руку практически. Можно вот так на ней делать. Смотрите. Да, вчера всякие штуки на ней вчера... Опять, если будете ставить торцом, ну, сверху, да, вверх ногами, помните, если Владимир сказал, делайте акцент больше на середку, потому что здесь, ну как ни крутите, оно сделано крепко, но вашего веса, возможно, будет достаточно, чтобы болт вывернуть. Чтобы не было, да, потом движений, о чем понимаешь, да? Вот сюда давление не делайте, старайтесь делать в край. Вчера делали, пробовали крокодильчика, делали на высокой, там, на одной руке. Это все будет. О, Тимурик, о, вообще здорово, Мишань. Выздоровел? Да. Смотрите, парни, сейчас задача. Стоечки поставили. Узенький хватик сделали и делаем к животу. Раз. Так, к животу. Ручки из кармана вытащи. Лады? Давайте хотя бы 10 раз. А, Диман, ты где? Потерял тебя из... А, вот, это, да. 250. Я потом, если хотите, в счет следующего занятия. В полтинник, да? Все, лады, просто иногда так Ивану делают, иногда ребята так делают. Только чтобы не забыл. А, сейчас, секундочку, Миш, подожди, пожалуйста. Все, парни, продолжаем. Дим, отчество напомни, пожалуйста, вас. У Дмитрия Юрьевича чуть отдельная программа, потому что ему надо рано. Так же, когда станете семейными, когда вам надо будет детей забирать из садиков и школ, тогда вам тоже так же можно будет. Сейчас пока нельзя. Поехали, хотя бы 10 раз к пузам надо лечь. Пузом. Ты сделал, Дим, 10 раз? Теперь делаешь руки широко вдоль, прям стоек отводишь, по краям ножек. Да. И теперь делай... Еще больше наклон вперед, еще больше, и делаешь к бедрам отжимания. Да, только смотри в Ивана головой. Да, но не так, только руками держаться надо. Мишаня, поехали, пробуем.
ручки взяли и прямо получается отжимать и будет сюда к бедрам. Тело заваливаете так, настолько вперед, да. Если получается слишком легко, Миш, старайся одну ножку вверх поднимать. Ты выздоровел? Да. Без микробов. Молодец, глаз залечили, все хорошо. Да, мне просто. Молодчик, все, давай на разминку. Че, 10 раз так тоже, каждого по 10. Тимур, Миш, пока сделайте горку впадину. То есть стойка на руках, упор лежа на руках. Тимур, давай. Миша, напомни, пожалуйста. Таз вверх, таз вниз. Поехали, Тимурик. Да, таз вверх. Сколько раз? 100 раз. Таз вниз. Да, с прогибником. Молодцы, 100 раз делаем. Миш, что, ты сделал? Все? 10 раз таких, 10 раз таких. Следующее, смотрите, парни, кто со стойками. Следующее. Вы взяли стоечку, посмотрите на меня, пожалуйста. Вот упор, вот вы встали в горку. И теперь головой вам надо вот сюда, не сюда, а вот сюда. Смотрите внимательно. Итак, 10 раз. Вы себя выталкиваете, прям надо выталкивать. Если узкие эти... Неважно, неважно, делай головой вниз. Да, только не, Миш, руки вот так выведи. Вот так, да. Давай, выжимай. Вниз голову, спинку прямо делай. Спинку прямо, таз вверх поднимай. И давай. Давай, давай, давай. Да, тут они выбирают. Хорошо, сейчас, секундочку. Смотрите, парни, узкие. Сейчас, секунду, не мам, прости. Смотрите, узкие. Встал. Да, да. Чтобы вы потом могли вот сделать при здоровом теле выход, стойку на руках, например.